Осветлитель для волос Estelle – выбор профессионалов. Осветляющие пудры – это высокоэффективные и популярные средства для милирования, блондирования, декопирования шевелюры, но предназначаются для профессионального использования, не домашнего. Интенсивность воздействия вы регулируете сами, выбирая разные оксиды от 3 до 12%. Чем выше процент содержания перекиси водорода в оксиде, процент оксида, тем быстрее проходит осветление. Но не забывайте, вреда для волос в этом случае наносится больше. Если вы не обладаете профессиональными навыками по окрашиванию и подбору подобной продукции, такой осветлитель волос может сильно навредить здоровью шевелюры. Пудра Ultra Blonde Deluxe позволяет изменить цвет на 7 тонов. Рекомендована для профессионального использования. После осветляющей процедуры волосы живые, мягкие. В состав препарата входят компоненты, они сглаживают негатив от химического воздействия, обеспечивают противовоспалительное действие на кожу головы. Для приготовления к обесцвечиванию порошок смешивается с оксигентом 3-12% пропорции 1-2. Однако, чтобы действительно порадоваться конечным результатом, советуем обратиться к мастер-колористу. Учитывая толщину волос, исходный цвет и общее их состояние, он подберет оптимальный процент оксида. Приготовленный к окрашиванию состав не обладает резким запахом, не вызывает сильное жжение. При использовании сильных оксигентов 9-12% исключите контакт с кожным покровом головы, чтобы не получить ожог. Пудра Essex Super Blonde Plus гарантирует осветление на 5-6 тонов. В остальном принцип действия, порядок применения не изменился. Продукт лишен неприятных резких запахов, что делает процедуру приятной. Для приготовления красящего состава используется оксиген 3-9% в пропорции 1 часть пудры к 2 или 3 частям оксида. Только для клиентов с азиатским типом шевелюры допускается использование 12% гуоксигента. Обзор осветлителей Estelle. Осветление, блондирование – это болезненная для шевелюры процедура, направленная на удаление природного пигмента и заполнение его светлым красителем. В процессе перевоплощения нарушается структура волоса, он делается очень слабым, незащищенным, раскрытые чешуйки делают локоны непослушными. Затрудняют расчесывание и способствуют их выпадению. Чтобы избежать неприятных последствий и максимально бережно выполнить осветление, важно выбрать правильную методику и эффективный, но щадящий состав. Представители Estelle внимательно изучили особенности разных типов волос и создали несколько вариантов осветлителей, из которых каждый выберет оптимальный продукт. Гель-осветлитель Estelle Quality Formula. Estelle Quality Formula – гель для обесцвечивания локонов. Он изменит исходный цвет на 1-2 тона, не более. Средство мягко воздействует на пряди, а богатый витаминный комплекс в составе гарантирует интенсивное питание, дополнительное увлажнение шевелюры. Estelle Quality Formula гарантирует легкое изменение тона, оставляет пряди шелковистыми и блестящими. Кремы-осветлители Solo Super Blonde Estelle Anli Super Blonde Solo Super Blonde Estelle действуют мягко и эффективно. Этот продукт обеспечивает изменение цвета на 5-6 тонов. Кремовая текстура, уникальный состав обеспечивают равномерное распределение, глубокое проникновение внутрь волоса и прекрасный результат. Solo Super Blonde Estelle, несмотря на глубину, интенсивность осветления, бережно относится к шевелюре, сохраняет природный блеск, усиливает защиту от внешнего воздействия. Anli Super Blonde – еще один вариант крема-окислителя. Средство осветляет пряди до 5 тонов. Дополнительные компоненты в составе обеспечивают питание локонов во время осветления. Для полноценной компенсации нанесенного вреда представители компании Estelle рекомендуют воспользоваться серией по уходу за осветленными локонами с кератиновым комплексом. Кремы-осветлители имеют мягкую, удобную к нанесению текстуру, не растекаются и не вызывают сильного жжения. Это отличный вариант для домашнего осветления. Важным остается тщательное изучение требований инструкции от производителя, строгое их соблюдение. Меры предосторожности окрашивания лучше отложить, если у вас ломкие, сухие локоны, есть раны, ссадины на коже головы, в период беременности. При грудном вскармливании, во время менструации, после химической завивки, выпрямления последнего окрашивания и других процедур. Химического воздействия прошло меньше 2 недель, есть аллергия на компоненты препарата. Инструкция по применению.
Осветлитель для волос и тел используется по классической схеме: приготовьте осветляющий состав, смешайте выбранный оксид с осветлителем. Нанесите средство на локоны по всей длине, только на концы или прикорневую зону, в зависимости от выбранной техники. Выдержите средство на прядях с учетом рекомендаций производителя и мастеров-колористов. Смойте средство водой, а затем воспользуйтесь шампунем для осветленных окрашенных прядей. Закрепите результат питательной маской, бальзамом или кондиционером. Некоторые осветлители предполагают обязательное тонирование и повторное окрашивание с использованием краски. Скорректировать желтый, рыжеватый оттенок помогут фиолетовые, шампуни, бальзамы и другие антижелтые методы. Estelle – это известная марка красок и уходовых средств для волос. Положительные отзывы профессионалов и домашних мастеров, демократичная цена при высоком качестве продукции – главные преимущества этой компании. Попробуйте и вы. Избежать ошибок и неудачных оттенков при осветлении волос в домашних условиях помогут следующие статьи: «Что такое блондирование?» «Волос. Как осветлить окрашенные волосы без вреда?» «Осветление темных волос из рыжего в блонд без желтизны». Осветляем волосы грамотно, важность тонирования после осветления, чтобы добиться желаемого блонда. Также можно воспользоваться осветляющей краской для волос Estelle. Полезные видео подробности профессионального осветления волос пудрой Ultra Blonde Deluxe. Наглядный пример успешного осветления волос продукции Estelle.